Привет, друзья! Очередное видео по заявкам наших зрителей, наших подписчиков. Поговорим сегодня о регуляторах, конфигурации регулятора с длинным шлангом, вот с таким вот двухметровым. И поговорим о том, собственно, для чего, как использовать, какой длины должны быть шланги и т.д. и т.п. Итак, собственно, для чего применять конфигурацию регулятора с длинным шлангом в рекреационном дайвинге? Да, дайверам-любителям. Я думаю, что техническим дайверам смысла объяснять этого нет, они и так знают. Для рекреации одна очень важная и простая причина: делиться газом со своим напарником, имея длинный шланг, намного удобнее. То есть, если вы используете обычный стандартный шланг, то при... Вот, допустим, у нас вот стандартный шланг октопуса, да? Вот такой длины, он метр где-то. И когда вы будете делиться с газом, с напарником, то есть максимальное расстояние, которое будет от вас, от вашей головы до его головы, это где-то метр. Да? Учитываем ширину плеч, ласты, BCD и прочее, и получается, что два человека плывут рядом, мешая друг другу, очень неудобно. Не говоря уже о том, чтобы пройти какое-нибудь узкое место, если надо где-то пролезть. Если, например, вы залезли куда-то там посмотреть что-то в затонувший корабль, или надо проплыть между корягами. А когда у вас есть 2 метра в запасе, да, то вы можете держать своего напарника на достаточно большом расстоянии, вплоть до того, что он может быть непосредственно за вами. Двухметрового шланга практически хватит. Да, он будет плыть, может быть, чуть-чуть выше там над вашими ластами, но тем не менее он не будет прижиматься к вам, тискаться и мешать вам. Ну и давайте рассмотрим, собственно, какие же шланги я применяю вообще, когда компоную свой паук, так называемый, да, или регулятор. Итак, ну, как вы понимаете, часть шлангов у нас длина шлангов обусловлена тем, например, какой модели BCD вы используете. И, как правило, шланг под дугу идет вместе с BCD, поставляется, да, нужной длины. Шланг под дугу сухого костюма. Да, так как у меня конфигурация сделана под сухой костюм с двумя шлангами поддува. Шланг поддува сухого костюма в моем случае 74 сантиметра. Почему? Ну, это обусловлено тем, чисто, что у меня просто такой шланг есть. Мне эта длина удобна, и при моей трассировке нигде ничего не выступает, вот именно 74. Возможно, вам может быть нужен этот шланг либо короче, либо длиннее. Все зависит от вас, от вашей конфигурации, от расположения клапана. А где у вас расположен клапан под дугу сухого костюма? Он может расположен как по центру, так и смещен вправо или влево. Далее. Манометр. У меня, конечно, стоит не стандартный шланг. Спасибо Славе из Одессы, который мне его любезно подарил в последней нашей поездке. До этого стоял стандартный шланг на рекреационной модели. Это неудобно, он слишком длинный, и при подсоединении его манометра к D-кольцу у меня образовывалась петля, что меня жутко раздражало, потому что у меня это не идеальная конфигурация, лишняя точка зацепа. Но просто не было свободного шланга нужной длины, все шланги задействованы на технических регуляторах, поэтому, увы. Но вот сейчас 70 сантиметров – это оптимально для меня, для моего роста. Для человека большего роста, возможно, понадобится чуть больше, для меньшего, возможно, чуть короче. Тут выбираем по росту. Шланг запасной второй ступени регулятора. У меня он длиной 54 сантиметра. Стандартный шланг в длиной 70 сантиметров у меня имеет очень большую петлю,
И я поменял его на более короткий, более неудобный. Ну и, соответственно, длинный шланг длиной 2 метра. Значит, дальше. Как используется эта конфигурация? Обратите внимание, то, что у нас карабинчик привязан на вторую ступень. Это основная, она на длинном шланге. Она основная, мы из нее все время дышим. На ней привязывается карабин для крепления. Для чего? Для того, чтобы, если вы не пользуетесь этим регулятором и сами из него не дышите, или кто-то из него не дышит, то он должен быть пристегнут на, обязательно на декольце, да, чтобы ни за что не зацепился, потому что длинный шланг, если у вас не закреплен, может свалиться куда-то там, вы плывете, не замечаете, и он может зацепиться. Вот. На запасной второй ступени, на бэкапе, у нас сделана резиночка. Да? Обратите внимание, как она закреплена. Она закреплена через хомут. Тут два узелка и хомут. В принципе, такое крепление легко выдернуть при желании. Просто, да, если вдруг понадобится выдернуть эту ступень. Все, она одевается вот так вот на шею. Да, и мы из нее не дышим. Это бэкап. Вот так вот она у нас висит. А если вдруг понадобится сдернуть, то если очень энергично дернуть, то это легко вот эту резиночку оторвать. Так. Сейчас я покажу крепление и трассировку шлангов данного комплекта на разном снаряжении. То есть на крыле, да, и на классическом жилете. Потому что к нам приезжает много дайверов, которые начинают использовать длинный шланг, но абсолютно не знают, как им пользоваться и как трассировать шланги. Иногда я вижу такие безумные конфигурации, где длинный шланг свернут кольцами, как-то перевязан, висит на груди, или он засунут под резинки, которые стягивают крыло сзади. То есть воспользоваться нормально этим шлангом, это надо еще умудриться. Во-первых, когда он кольцами, это такая большая петля, которая может за что-то зацепиться, а когда он продет под резинками, которые, ну, вы знаете, есть крылья, которые стягиваются вот здесь вот так вот резинками, и вот здесь вот шланг люди заправляют под эти резинки, выдернуть их оттуда, да, при этом если еще и крыло надуто, очень-очень непросто. Итак, конфигурация, трассировка шлангов регулятора с длинным шлангом в конфигурации крыла. Значит, смотрите, ну тут все стандартно. Шланг поддува, да, шланг поддува сухаря у нас проходит под лямкой. Да, и здесь он где-то подсоединяется к сухарю. Регулятор, регулятор, манометр. Вы видите, да, длина, ничто, никаких петель нет. Бэкап висит здесь, длинный шланг. Смотрите, как он проходит. Здесь он не пересекается с шлангом бэкапа, он чистый. Проходит, делаете петлю, одеваете. Не будем его сейчас вставлять. И заправляете за поясную стропу. Это самая простая и самая часто используемая конфигурация и трассировка длинного шланга в рекреации. Если вы используете мокрый костюм, если вы ныряете в светлое время, у вас нет канистры и ничего другого. Да? Альтернативная трассировка. Если у вас есть канистра фонаря, вы можете провести, не заправляя за поясную стропу, под канистрой фонаря, либо, например, под ножом. Да, но для меня это неприемлемо, как видите, у меня получается слишком большая петля, поэтому я трассирую шланг вот так вот, за поясную стропу, под поясную стропу,
При этом пояс должен быть достаточно плотно затянут, иначе при плавании у вас этот шланг вылетит. Основная процедура, которую вы должны проделать после того, как вы одели на себя скубу и проложили все шланги, проверить, не зацепили ли вы, никак не доступен ли у вас длинный шланг для того, чтобы поделиться с напарником. То есть снимаем, вынимаем, смотрим. Все свободно, ничего не пересекается. Значит, все в порядке. Просто, удобно, функционально, ничего не торчит. Так как многие дайверы до сих пор еще используют BCD типа жилет, я покажу вам трассировку шлангов, регулятор с длинным шлангом на BCD типа жилет. Собственно, больших отличий нет. Да, то же самое. Манометр на карабине, на D-кольцо здесь. Здесь шланг поддува. Точно так же под плечевой стропой проходит шланг поддува сухого костюма. Точно так же у меня на карабине, так как я сейчас не дышу и не использую, вторую ступень основная. И точно так же на шее у меня висит мой бэкап. Единственное отличие то, что здесь шланг у меня проходит под страховочной петлей. Но для того, чтобы правильно проложить длинный шланг, вы вначале застегиваете поясную страховочную стропу, после этого набрасываете, так как мы не дышим, пристегиваем, только после этого мы ее прокладываем. Да? Делаем это мы в последнюю очередь, уже после того, как у нас подсоединен шланг поддув, потому что им точно так же можно пристегнуть и зафиксировать, и сделать невозможным использование самого длинного шланга. Процедуры точно такие же. Перед тем, как заходить в воду, мы делаем проверку, что у нас шланги нигде не пересекаются и что они свободны. Достали, проверили, напарник убедился, это безопасность его в первую очередь, ему, если что, вы будете передавать этот регулятор на длинном шланге, поэтому его задача убедиться, что у вас этот шланг нигде не пристегнут, и вы можете с ним поделиться, он должен сказать, что чисто. После этого еще раз все прокладываем на место. Как видите, конфигурация регулятора с длинным шлангом простая, достаточно удобна в использовании. В случае с моими длинными выбранными мной длинными шлангов нигде ничего не торчит, нигде нет никаких петель. Вот, все достаточно обтекаемо и достаточно безопасно в этом случае. Ну, я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание, спасибо за то, что смотрите, за то, что задаете вопросы. Подписывайтесь, лайкайте. Мы всегда рады отвечать на ваши вопросы. Поэтому, ребята, не стесняйтесь. Если что-то интересно, что касается рекреационного дайвинга, то, что касается технического дайвинга, задавайте вопросы, будем стараться отвечать. До встречи!